Да постой ты, не убегай! Я могу тебе все объяснить. Не нужно ничего объяснять, я и так все знаю. Тебе не жить, Томас. То, что ты делаешь, тоже ненормально. Остановись, пока не поздно. Мир рухнул, Томми. Ничего уже не исправить. Ложись! Тебя разбудила моя игра на гитаре? Ну да, я плохо играю. Разучился уже. Как себя чувствуешь? Как человек, которого чуть не взорвали. Ты в своем уме? Ну, извини меня, случайно вышло. Я на этого паука давно охотился, а он, тварь такая, постоянно убегал от меня. Я Стив, кстати. А тебя как зовут? Я Томас. Как же ты смог выжить без хорошей пушки, Томас? Здесь такое водится. Страшно представить. А откуда здесь эти твари? Вижу, ты не местный. Эти твари здесь давно. Как на поверхности стало холодать, так они волнами в подземелье и хлынули. Ладно, языками будем чесать потом, когда доберемся до моего укрытия. Там теплое пиво, блэкджек и прочие вещи. Так как ты у нас человек гражданский, без пушки, будешь держаться за мной. Открываешь дверь. Я зачищаю комнату, и мы идем дальше. Открывай. Открывай дверь и отходи. Вот тварь! Сегодня мы без ужина. Если ты, конечно, не хочешь полезть за ним. Что скривился? Шучу я. На ужин у меня сегодня ты. Да, я шучу так же плохо, как играю на гитаре. Открывай дверь и отходи. Чисто. Я, кстати, не один живу. У меня брат есть. Втроем-то всяк веселее. Будем играть в карты, шахматы, устраивать гонки пауков. Веселье будет море. Очень заманчиво. Но я не могу здесь задерживаться. Я направляюсь в бункер выживших. Это тот, который D7? Забудь о нем. Там ничего нет. Я уже был там. Да и на улице так похолодало, что замерзнешь в считанные секунды. Оставайся здесь, у нас.
Будет весело. Как там? Живой? Да. Живой пока. Это хорошо. Ладно, попробуй подняться наверх. Встретимся позже. А ты что, мне даже не поможешь? Чем? Волшебной лестницей. Попробуй выбраться сам. Встретимся на другой стороне.
Наконец-то. Идем скорее, а то замерзнем здесь насмерть. Тем более в твоей-то одежде. Ты что, на пикник собрался? Ну извини. Здесь нет магазинов одежды на каждом углу. Хотя теплая одежда мне не помешает. На месте. Устраивайся поудобнее. Мой дом, твой дом. Хоть и ненадолго. Я ж тебя все равно не смогу остановить. Верно? Не знаю пока. Если ты говоришь, что там ничего нет. Уверяю тебя, неделю назад там никого не было. Ладно, никуда не уходи, я сейчас приду. Ты кого привел в наш дом? Это же тот самый детектив, о котором я тебе рассказывал. Убей его! Успокойся, Джон. Никто его убивать не будет. Я могу все объяснить. Как ты можешь так говорить? Он же чуть не убил меня. Иди за мной, Томас. Я выведу тебя. Открывай дверь.